Добрый день, дорогие телезрители. Вот поступила новая гармонь на ремонт и на наладку. Новая, да, я не оговорился. Она почти новая. Вот еще бренд русской гармонии, то есть на упаковке бренд. И сейчас я буду вытаскивать. Вот заводская упаковка для этой гармонии. Жалобы на эту гармонь, что у ней бас один бракованный, то есть бас не тот, что нужно, не так бас звучит. Вот новая совершенно, еще упаковка, что называется, заводская, но жалоба от одного музыканта поступила, так же как и гармонь, ну шуйская. Вот упаковка-то тульская, а сама гармонь шуйская. Поэтому есть смысл эту новую гармонь распаковать. Вот здесь заявка от человека, где все написано, расписано, что я должен сделать и так далее. Заводской чехол. Тоже заводской чехол. Вот, теперь посмотрим, что здесь случилось и какой бас хандрит. Вот музыкант, гармонист заклеил одну кнопку. А, здравствуйте, Guten Morgen. Guten Morgen. Сюда нормально, а сюда что-то там хрипит. Еще раз послушаем. Разжим. Нормально. Жим. Расстроенный раз и хрип там какой-то два. Вот еще раз. Что-то там звенит, хрипит. Вот это основной ее дефект. Да, гармонь, даже по запаху можно сказать, что новая. Сейчас я проверю левую сторону, как звучит левая. Более-менее в порядке. Вот это правое, видимо, основной дефект вот это, вот этот он и есть. Вот это третья, а точнее четвертая кнопка сверху. В любом случае сейчас нужно разбирать, снимать, затем ставить на аппарат, одевать очки. Ну, думаю, микроскоп. Микроскоп, наверное, не придется одевать, но очки придется. Поэтому надо посмотреть на этот голос, что с ним случилось, и так далее, и так далее. Так что визуальный осмотр сейчас я провел. И вот буду теперь заниматься, открывать правый полукорпус. И вот эту раз, два, три, четыре кнопку буду лечить. То есть звук, кнопку-то не буду лечить, а звук буду лечить. От этой четвертой кнопки нажим была проблема. Итак, до следующего ролика. Прошу вас ставить лайки, кому это интересно. Если не интересно, я сотру это видео по истечении недели.